пьеса «Любимый ненавидимый город» была написана специально по заказу Юриана Коймана, продюсера из Швейцарии, и исполнена была в Базеле, Швейцария, и уже нынешнюю реинкарнацию я специально заказал прекрасный коллектив Open Sound Orchestra и Станислав Малышев, и я, значит, специально произвел некую новую версию этого произведения для оркестра Open Sound Orchestra и для нашего совместного компакт-диска, который выходит скоро на фирме «Мелодия», на котором будет, собственно говоря, присутствовать Open Sound Orchestra и Станислав Малышев. Во главе угла этого диска наш большой гуру, или гуру, Алексей Любимов, пианист. Также на диске поучаствует коллектив под названием «Persim Fans». Точнее, это его солисты из коллектива «Persim Fans». Значит, все мы вместе исполним на этом диске, помимо «Любимого ненавидимого города», это секстет номер один, еще будет записан, то есть уже записан и выйдет второй секстет мой для препарированного фортепиано и струнного квинтета с фонограммой на стихи Тао Юаньминь, древнекитайского поэта. Пьеса называется «Я поставил свой дом». «I made my home». И также на диске будет представлена «Шуманиана» в исполнении Алексея Любимова. Это пьеса, которая им заказана, ему посвящена, им, можно сказать, инициирована. А также мой самый любимый номер на всем этом диске – это небольшая пьеса, песня «Голландия». Это песня на стихи Иосифа Бродского. Собственно говоря, про Голландию. Так она и называется, Голландия. То есть это не я придумал так назвать песню, а это так у Бродского. Приходите, пожалуйста, на все наши презентационные концерты. Это уже скоро. Павел Карманов. Пьеса «Любимый ненавидимый город» была написана специально по заказу Юриана Коймана, продюсера из Швейцарии. И исполнена была в Базеле, Швейцария. И уже нынешнюю реинкарнацию я специально заказал прекрасный коллектив Open Sound Orchestra и Станислав Малышев. И я, значит, специально произвел некую новую версию этого произведения для оркестра Open Sound Orchestra и для нашего совместного компакт-диска, который выходит скоро на фирме «Мелодия», на котором будет, собственно говоря, присутствовать Open Sound Orchestra и Станислав Малышев. Во главе угла этого диска наш большой гуру, или гуру, Алексей Любимов, пианист. Также на диске поучаствует коллектив под названием «Persim Fans». Точнее, это его солисты из коллектива «Persim Fans». Значит, все мы вместе исполним на этом диске, помимо «Любимого ненавидимого города», это секстет номер один, еще будет записан, то есть уже записан и выйдет второй секстет мой для препарированного фортепиано и струнного квинтета с фонограммой. «Любимый ненавидимый город» была написана специально по заказу Юриана Коймана, продюсера из Швейцарии, и исполнена была в Базеле, Швейцария, и уже нынешнюю реинкарнацию я специально заказал прекрасный коллектив Open Sound Orchestra и Станислав Малышев, и я, значит, специально произвел некую новую версию этого произведения для оркестра Open Sound Orchestra и для нашего совместного компакт-диска, который выходит скоро на фирме «Мелодия», на котором будет, собственно говоря, присутствовать Open Sound Orchestra и Станислав Малышев. Во главе угла этого диска наш большой гуру, или гуру, Алексей Любимов, пианист. Также на диске поучаствует коллектив под названием «Persim Fans». Точнее, это его солисты из коллектива «Persim Fans». Значит, все мы вместе исполним на этом диске, помимо «Любимого ненавидимого города», это секстет номер один, еще будет записан, то есть уже записан и выйдет второй секстет мой для препарированного фортепиано и струнного квинтета с фонограммой на стихи Тао Юаньминь, древнекитайского поэта. Пьеса называется «Я поставил свой дом». «I made my home». И также на диске будет представлена «Шуманиана» в исполнении Алексея Любимова. Это пьеса, которая им заказана, ему посвящена, им, может быть, инициирована. А также мой самый любимый номер на всем этом диске – это небольшая пьеса, песня «Голландия». Это песня на стихи Иосифа Бродского, собственно говоря, про Голландию, так она и называется, Голландия. То есть не я придумал так назвать эту песню, а это так у Бродского. Приходите, пожалуйста, на все наши презентационные концерты, это уже скоро. Павел Карманов.